Всем рассказываю про фильм «Буча», там, который сейчас вот в Одессе сегодня там закрытый показ был, и ребята его доделывают. Ну, сделали классную психологическую драму, вот, где без кровищи, там, без какого-то вот трэша показали суть трагедии, которая произошла в «Буче», и суть превращения человека из труса в героя, там, да, на примере конкретного волонтера, который живой, который 203 человека вывез из «Бучи», из Прирпения в целом. Вот. Но, собственно говоря, меня больше всего возмутило, что, вот когда мне те ребята, которые сняли этот фильм, что люди, которые из кинематографической тусовки, которые не видели этот фильм, вот, они начали поливать помоями, как бы там, на «Новом времени», там их начали помоями, Сыч, главный редактор, там, поливал помоями, не видя этот сериал, там, они рецензии негативные начали размещать, не сериал, а фильм, рецензии начали размещать. Я задался вопросом: ребят, вы о чем? Это может быть нашим мощнейшим оружием на Западе, то есть, как бы, если мы его правильно прокачаем, там, сделаем все остальное. И самое главное, это снято не за бюджетные деньги, это то, что я, например, всегда приветствую, там, и говорю, что, ребят, да, снимайте все, что угодно, только не за бюджетные деньги, учитесь, как бы, работать с рынком, учитесь